стилист Яна Беляева сегодня в нашей студии. Витаю вас, Яночка. Доброе утро. Итак, сегодня будем говорить о рюкзачках. Рюкзачки, я думаю, сейчас это просто пик моды, то, что любят все, носят все. На что нужно обратить внимание, каким должен быть модный рюкзачок в этом сезоне? На самом деле вариаций сейчас достаточно много, и все бренды предлагают какие-то разнообразные вариации рюкзаков. Конечно же, при выборе рюкзака нужно обратить внимание на его размер, так как очень важно, чтобы человек смотрелся гармонично, и на улице не смеялись, и, ну, в принципе... Человеку по 2 метра ростом маленький рюкзачок не пойдет. Да, я думаю, это будет не очень красиво выглядеть. Поэтому стоит выбрать рюкзак относительно своего роста, пропорций каких-то. Ну вот, я принесла несколько вариантов. У нас сейчас есть такие небольшие примеры. В первую очередь хочется поговорить о большом брате рюкзачка. Этот рюкзак, поговорим о материале, о какой-то фурнитуре. В чем его особенность? Опять же, вернусь к тому, что актуально в этом сезоне металлизированные фактуры. И стоит выбирать для себя какую-нибудь интересную фактуру, там бронзовую, серебряную, золотую. Все зависит от предпочтений человека. Вот на примере этого рюкзака могу сказать, что это там бронзовая фактура, он кожаный. Конечно же, по возможности я рекомендую выбирать кожаный рюкзак, но так как он будет дольше носиться и будет больше радовать и дольше радовать своего обладателя. Что касается фурнитуры, как мы уже когда-то с вами разговаривали, то очень важно, чтобы была молния хорошая, как в этом рюкзаке, чтобы она ходила плавно. Хотелось бы обратить внимание еще на ручки этого рюкзачка, потому что действительно очень красивый. Тоже, я смотрю, очень качественное тут металлическое есть обрамление. Да, фурнитура, я использую фурнитуру зарубежного производителя, итальянскую, турецкую. Все зависит от того, чего я хотела бы добиться от модели сумки. Кроме бронзовых каких-то металлических оттенков, какие еще сейчас популярны в этой иерархии рюкзачков? Конечно же, актуальными цветами в этом сезоне это всегда есть и будут. Это оттенки темные, черные, синие, актуальный еще бордовый цвет, цвет марсала, как его сейчас называют. Ну и, конечно же, цвет хаки, он в этом сезоне какой-то наиболее прямо актуальный. Если обычные рюкзачки вместительные, в них нужно поместить абсолютно все вещи, и они будут выглядеть компактно, то вот этот рюкзак действительно меня удивил. Что можно сюда поместить и как его использовать? На самом деле он достаточно вместительный. Сюда можно, конечно, если девушка привыкла носить сумку, в которой помещается полжизни, то, конечно же, такой рюкзак не стоит выбирать. Но в него хорошо поместится и кошелечек, и первые вещи первой необходимости, я думаю, туда поместятся. Помадки и все. Как мини-косметичка. Да, да. Хотелось бы узнать еще, какие, возможно, элементы сейчас модны в рюкзачках, на что стоит обратить внимание. Те же самые кармашки, те же самые, я смотрю, тут у нас есть отделка с мехом, тут у нас всякие киточки. Да, очень актуально в этом сезоне аксессуары, которые дополняют сумку. То есть, на самом деле, сумка может быть достаточно базовая, но при использовании различных декоративных элементов, разных меховых помпонов, хвостов, также очень актуальны брелки, кожаные брелки, различные брелки. Ну, в принципе, все по желанию человека, который носит. Также есть нашивки, есть броши, которые продаются отдельно, и, в принципе, можно, каждый человек может себе выбрать и уже дополнить и разбавить как-то сумочку. Рюкзак сам по себе самодостаточная часть гардероба, но подойдет он не всем и не под каждый стиль. С чем можно носить рюкзаки? Сейчас очень актуально сочетать разные стили, и рюкзак на самом деле, вот, например, такой маленький рюкзак, то есть если он будет выполнен в актуальном, вот в этом сезоне также актуальны материалы, бархат, обрамление, например, вышивка бусинок различных,
то его можно, в принципе, даже вечером одеть, как сумочку, потому что у этого рюкзака есть несколько вариаций ношения. То есть его можно носить как рюкзак, а можно и как сумку, перестегиваются ручки. Также этот рюкзак можно носить и как спортивный, дополняя свои образы, например, там, спортивный костюм. Также можно носить под разные виды верхней одежды, потому что ручки достаточно удобные, и они хорошо носятся с верхней одежды. Насколько сейчас рюкзаки просто вытеснили сумки из жизни модниц николаевских, украинских? Потому что сегодня все больше в магазинах можно найти рюкзаки, а не обычные классические сумочки. Вообще бренды всего мира уже как второй год подряд предлагают носить рюкзаки в различных вариациях. Вот относительно как год, украинцы привыкли к тому, что рюкзак уже стал самостоятельной единицей, и он может стать удобнее и комфортнее, нежели сумка. Поэтому все чаще и чаще выбирают рюкзаки. Я сама, начиная вообще свою работу, я начинала с сумок различных. Но сейчас больше упор я делаю на рюкзаки, потому что на самом деле все больше и больше выбирают рюкзаки люди. Это удобно, это практично, не так тяжело. Тяжелые сумки могут... Сумка дает упор только на одно плечо. Рюкзак, да, в свою очередь, помогает сохранить вес на два плеча, да, да, тем самым сохраняет нашу спину. Хотелось бы еще узнать, сколько продержатся рюкзачки в моде, потому что некоторые модницы боятся. Вот я сейчас куплю рюкзак, а он уже в следующем сезоне будет не модный. Могу всех девочек успокоить, потому что на самом деле вот уже прошел сезон весна-лето, ну, который во всем мире предлагают носить, на сезон вперед показывались коллекции. И сезон весна-лето также предлагают рюкзаки, и никто, ну, девочки могут не переживать, и смело можно покупать, и быть уверен в том, что рюкзак будет актуален еще в следующем сезоне, и я думаю, что еще несколько сезонов рюкзаки не выйдут из моды. Рюкзак, он универсальный, он подходит как мужчинам, так и женщинам, правильно? Да. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то действительно кардинальные различия между женским и мужским рюкзаком, чтобы не спутать, потому что некоторые мужчины боятся приобрести рюкзак с опасением, что он может оказаться с каким-то женским элементом, и то же самое боятся женщины. Есть несколько, то есть модели бывают разные. Есть рюкзаки унисекс, которые могут носить как девушки, так и мужчины. Они более нейтральные, то есть их форма и фасон, она отличается какой-то лаконичностью, невыразительными цветами, то есть они более нейтральные. Но есть рюкзаки, которые отличаются какими-то элементами, присущими женщинам. Например, элементы там, кисти, фактуры, цвет характерны для женщин, то есть более яркие расцветки выбирают, конечно же, женщины. Мужчины как могут не ошибиться в выборе рюкзака? То есть в мужских рюкзаках сразу видна какая-то такая линия более лаконичная. Цвет фурнитуры, он более благородный, каких-то нейтральных оттенков, то есть это какой-то темно-черненый металл. Также функциональность. Мужчины всегда выбирают рюкзак более функциональный, то есть с какими-то элементами, которые упростят их жизнь. Дополнительное отделение для ноутбука, какие-то особенные карманы. Мужчины в выборе рюкзаков более придирчивые, да. А вот женщины, они что же любят? Очень много всяких косметичек внутри, кармашиков. Сейчас рюкзачки позволяют это сохранить? Много отделений, которые смогут распределить всю косметику женщины по полочкам. Ну, на самом деле, тут тоже все индивидуально, но, как я заметила, внимание женщины привлекается формой. Ой, красивый, я увидела, вот. Вот это мое, и зачастую девочки не особо обращают внимание на то, есть ли там дополнительное деление или нет, что не скажешь о мужчинах. Многие женщины, покупая себе сумочку, определяют ее цвет по внешнему своему виду. Они обращают внимание на верхнюю одежду, на обувь, на какие-то еще элементы, аксессуары. Что с рюкзаками? Они тоже требуют какого-то дополнения?
Конечно, каждая девушка при выборе своего рюкзака идеального, который она хочет носить каждый день, она старается выбрать оптимальную расцветку, которая подойдет под все. Вот в этом как раз и плюс цветов металлизированной фактуры, ну, металлизированных цветов, что в принципе такие рюкзаки подходят под все. То есть если девушка носит, например, больше серебра, она выбирает серебряный рюкзак, который в принципе подойдет под любую вещь в гардеробе. Спасибо вам, Яночка, за то, что помогли нашим телезрительницам сегодня разобраться, какой аксессуар, какую сумочку можно носить, что сейчас действительно очень модные рюкзаки, и их могут носить абсолютно все, главное подобрать именно свою вещь. Я нагадую нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня завітала стиліст Яна Біляєва.